вот такой у нас сегодня, видите, какой орел. Может, он американский, может, он неизвестно какой. Что он обозначает по-разному, я знаю, называет. Вот так вот вид сверху. А вот так вот вид отсюда. Ну, про его характеристики рассказать. 46 у него сантиметров вот от кончика, размах крыльев. 46-47 сантиметров до вот этого конца. Высота здесь, по-моему, отсюда до сюда где-то 26. Ну, видите, вот полк, он практически занимает все пространство. Вот такие вот орлы. Видите? Скорее всего, конечно, американский. Текстура довольно такая...